Алексей Москалев, наш земляк, ученый с мировым именем, удостоен премии Research Excellence Award Russia 2021 за выдающийся вклад в развитие наук о жизни на национальном и международном уровне. Церемония вручения прошла в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Ежегодно премия поощряет труд выдающихся ученых и стимулирует развитие науки в нашей стране. Ну а в нынешнем году, объявленном президентом годом науки и технологий, она получила особый статус. Следующие номинации, дамы и господа. За выдающийся вклад в развитие наук о жизни на национальном и международном уровне награждается Алексей Александрович Москалев, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии Федерального исследовательского центра КОМИ, научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов Эльзевер за то, что вообще проводите такое благое дело, организуете эти отборы, церемонии, потому что, ну, в общем-то, я думаю, что особенно для молодых ученых это очень, очень важно для того, чтобы их простимулировать активно продолжать свой научный путь. Но также я хотел бы поблагодарить, в общем-то, свою область исследований, потому что она редко находится в топах всевозможных конкурсов, но, тем не менее, видимо, настает время биогерантологии тоже быть отмеченной. Алексей Москалев рано пришел в науку, начал работать в Институте биологии, будучи студентом Сыктывкарского университета. В 24 защитил кандидатскую, а спустя 3 года – докторскую диссертацию. Сфера научных интересов связана с изучением влияния малых доз ионизирующей радиации и других стрессорных факторов на продолжительность жизни. Ученый ведет активный поиск механизмов старения и долголетия. Автор свыше 400 научных работ, более трети из них – труды, опубликованные в зарубежных журналах. Он выбрал для исследований очень топовую сегодня, очень перспективную во всем мире область исследований – это генетика. В нашей стране, к сожалению, долгие годы эта наука практически не развивалась. Прекрасно, что, наконец, есть возможность восполнить пробелы, имевшиеся в этой сфере научных знаний. И самое главное, есть достойные ученые, которые работают на мировом уровне. По словам коллег из КОМИ научного центра, сегодня в связи с загруженностью ученого встречаться им приходится нечасто. Выручают мессенджеры, Москалев всегда в курсе дел родного института биологии.